Так чтобы это говно не цапнуло меня, блядь. Блядь, оно шипит. Да, оно, конечно. Она моей мамы попользовалась. Змея, блядь. Блядь, змея. Вон там она. За горшком. Вон эта гадюка. Или как? Гадюка. Из него шаурму сейчас мы сделаем. Где ты видишь змею? Ты чё? Подожди. Вот. Вот там. Вот там. Огромная? Да. Смотрите, пожалуйста. Это... Вон там она. Мама моя. Алла, даже кто может заползти? А это что делать теперь? Ее надо бошку отрезать. Да нет, гадюка, да она ползет. Она ползет? Не дубли? Надо ее тапочком, бик. Она в сырость будет тянуться, в сырость. Надо две сырочки. Вон она, смотри. Вон она. А, вот. Да, я не знаю, что это за это. Это гадюка. Это гадюка, да? Точно. Гадюка маленькая, гадюка. Она не смертельно кусается, да? Не, они ядовитые, почему? Не ядовитые, но ничего, давай, что не пишет. Господи Иисус. Да стой, зай, вот это да. Что делать теперь мне? Убивать! Берем, короче, дихлофос и пшикаем. Да нет, надо ее чем-то пройти, вот так это выкинуть из забора. Просто солнце, она солнце холод тянется. Холод и все. Вот. Да длинная какая, мама моя. Женя, она как раз приползает в твою комнату. Мопсель, блядь. Я прикалываю. И что с ним? Оба нам положили. Почему они глухие, все змеи? Но они вибрацию. Я ее хотел тапком пришпандовать. Она поспела. Я к змее подошел с тапком, хотел ее прихлопать, да, а эта сволочь как зашипела на меня. Сволочь-то она какая, а? Вон она присела, да. Тебе пивка налить, может, она пивка налить, может, она сдохнет? Да мне кажется, ей чачи надо. Кстати, у меня только пиво, мне не чачи. Нет, может, ей это ширак из пятерочки дать? Она покушает, да, отравится. Надо ее просто взять чем-то и выкинуть, чтобы она спокойно. Да вот и дело-то, а чем? Нужна хорошая большая палка, да. Вот как так у... я не хозяин, как могу сказать, что есть. Нет, я могу палку найти, но я это сделать не смогу. Как у герпетологов. У меня есть идея, вот так я, у меня есть виллы. Давайте виллы! Давайте на виллы ее посадим. Ага, она же такая огромная. Ее вообще подкинуть, я не знаю. Как этот? Как он называется? Я не знаю, я забыл. Она в тенек, потому что, конечно, она на солнце была, она в тенек ползла. Все пошли за холодильник, но черенок. Да, типа черенка, если что, найти. Если что, я это все снимаю на камеру. Тоже не сделаю, вы же боитесь. Где она? Да вон там это. Видишь, тебя даже змеи встречают. Да, меня даже, ты, представляешь, вот только змеи, больше не, и больше Ал, ты поняла, кого я имею в виду. Я вот один раз, первый раз встретил змейку у себя в Волгограде, такая же мелкая. Она упала там за калитку. А теперь второй раз я встретил. Вот она, по стенке. Это опасно вообще. Вообще, конечно, она опасна. Все-таки здесь дети, я даже не знаю. Амида, пошли в дом. Я даже не знаю, что делать. Ничего не делай, я на ступеньках там будем, но она не заползет туда на ступеньках. Если заползет, я ее тапочком приготовлю. И я. Если
Стоп. Нет, я могу сейчас отодвинуть это. Подождите, я сейчас буду пускать всем звуковые волны. Она глухая, не переживай. Все звуки у них нет. Поля. Она все пошла. Она вот так будет убежала взрослую. Она давно еще пошла. Она, короче, у нее вытянулась. Мама, она давно еще ползает. Она, короче, вытянулась, поняла? Она в горшок заползает. А нет. Из горшка. Я вижу, я эту... Сейчас как запугаю. Вон туда она ползла. А я потому что это семейка там. Ну какой вал? Я боюсь змеи. Змеи боишься змеи? Просто надо купить доширак из пятерочки, положить и пусть отравится. Это живучее, я ела недавно. То постельки, то там. Откуда она взялась? Я ее вот здесь вот увидел, вот здесь вот. Правильно, она в тех комнатах может быть там сырость. Где я была? Да. А если бы к моей мамке бы заползла бы, она бы там бы такие бы звуковые волны бы издала бы. Вот это звуковые волны были бы. Согласен я с вами. Блин, и главное, она никуда не уползает. Все, Амита, домой. Давай. Я лучше поеду. Ну смотри, чтобы не дай бог умрешь. Не-не-не. Я буду ее защищать. У меня есть специально. У меня есть два специальных оружия. Массового уничтожения. Берем дихлофос и начинаем брызгать. Вот это